Да. Сейчас так много вопросов по поводу волнения, у нас это называется тревожностью. У меня есть свои хитрости на этот счет. Когда вы очень сильно беспокоитесь, а вам нужно идти в массы, все равно подписывать бумаги, выступать перед кем-то, знакомство с родителями, вам сейчас твой выход, одна минута, планета тебя слышит. Резинку для волос вот сюда, для того, чтобы чпокнуть себя в нужный момент, очень больно по пульсу. Вы будете здесь сейчас, у вас не будет панической атаки. Вы сейчас скажете все, а потом будете плакать, рыдать, биться в конвульсиях, все будет потом. Зажимайте средний палец внутри ладони, крепко прижмите, вдохните и выдохните. Вы прочитаете любой некролог, даже если его подсунули в прямом эфире. Каблуки, девочки, каблуки всегда... Это наш же постамент. Мы на них тревожимся намного меньше, чем если мы идем на низкой подошве. Очень многим людям помогают дорогие часы. Ты идешь в дорогущих часах, автоматически осанка, автоматически ты видишь себя в витринах магазинов, автоматически понты, наши крылья, ты выступишь хорошо, а остальное все будет потом.